Семена петунии грандифлора Limbo GP Sky Blue, Limbo OGP Sky Blue, развиваются быстро, примерно через 2 месяца вырастая невысокими, максимум 20 см, декоративными кустами. Растения сильноветвистые, имеют характерную шарообразную форму. Предпочтительно выращивать на солнечных местах в питательных почвах. Уже ближе к июлю однолетник начнет цвести. Бутонов очень много, растение буквально усыпано ими, цветение продолжается до первых заморозков. Бутоны крупные, 9-12 см диаметром, нежного сине-голубого цвета с многочисленными более темными прожилками. Петуния грандифлора Limbo GP Sky Blue – это однолетнее растение высотой 20 см. Петуния прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Тип роста этого симпатичного растения – низкорослый. В качестве места выращивания петунии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает петуния грандифлора Limbo GP Sky Blue в месяц июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Цветок окрашен в синий цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.